Мало половин, мало, мало половин, нету половин, где же моя половин? А, где же моя половинка? Привет, я... Ольга Бузова. Надоело мне все время одной, да одной, я хочу найти свою половинку. Где же живет она? Или Бутан. А может быть... Швейцария. Или в штате... Вест-Вирджиния. Вест-Риатуми. Западная Вирджиния. Западная Вирджиния. Или... Израиль. Ну где же? Ну где же живет моя половинка? Мало половин, мало, мало половин. Сыщик! Привет, сыщик! Я заплачу тебе деньги! Много денег! Найди мне, пожалуйста, мою вторую половинку! Оу, ес! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна, и я собрал команду. И... Ну, что у тебя за команда? Трубадур и принцесса. Ну, вот видишь, они двое, они половинки. Игнорую его, Трубадур. Игнорую его. Чиполлино и Груша. Они тоже двое. Баба Яга. А Баба Яга против. Доцентлионов. Чего? Половину найти? А второй половина мне будет, да? Да. Ну чё? Бабаевич. Макароны? А макароны будут? Будут. Иван Васильевич. Не царское это дело тут, понимаешь ли, половинок искать. Устрой рыцарский турнир. Бистбой и Киборг. О, вы тоже двое, ребята? Да. И Гамбл. У меня, конечно, есть друган Дарвин. Ну ладно, Бузова, поможем мы тебе в другой жизни. Потому что я иду... Спать! Спать я иду. Слышь, меня кроватка ждет, так что пока, Бузова. Кто же будет азбуку изучать? Ты, Бистбой? Нет, ты, Сайбер. Не ты, Бистбой. Не ты, Киборг. Не ты, Бистбой. Не ты, Киборг. Ладно. И азбуку изучает Бистбой. Ну ладно. Что с тобой поделаешь? Б. Бармалей. Бармалей. Б. Бистбой. Б. Бистбой. Какой Бармалей? Я не Бармалей. Я Бистбой. Шакал. Шакал. Ух, шакалы. Зайчик. Зайчик. Попри зайчик. Нужен тебе зайчик, Бузова? Нужно. Именинница. Да, я сегодня именинница. Да, Израиль, первый бал. Ну где же мой, моя вторая половинка, которая придет, принесет мне миллион алых роз, как у Пугачевой. Ну, может, это два розовые знает. Привет, я Лунки. А я Киборг, а я Бистбой. Ну, Лунтика выбираешь? Выбираем. Половинка Ольги Бузовой – Лунтик. Ну ты рассмешил меня, Киборг. Да. Ой, смешно. Она выбрала Лунтика. Да, Киборг, выбрала Лунтика. Не смейтесь над несчастной девушкой. Да, не смейтесь смеяться над Бузовой. Да, лучше я построю себе корабль. Для Бузова и меня. Я выбираюсь, чтоб строить кораблю. Крайзлайнер для Бузова. Вот так. Поедешь со мной, Бузова? Конечно, конечно. А куда же мы?
Мы в Швейцарию. Швейцария, первый бал. Ну все, я пошел строить. Иди и строй. А макароны будут? Наверное, у африканцев есть. Какие макароны? Тут только вокруг света, только африканцы. У африканцев нет ничего есть. Нечего, им там нечего, они голодают. А может это волны и океаны? Ну там хоть рыба есть. А может ранчо? Ранчо, вот это фермеры. Да, не знаю, я тут ни одного фермера, кроме Швейцарии. Швейцарский сыр очень вкусный. Особенно с макаронами, спагетти. Mac and cheese. Швейцария, второй бал. Да? Что это? Что это? Азбука. Эй! Бабаевич! Ну, доцент, что надо? Макароны хочешь? Хочу, я очень голоден. Давай азбуку, ладно, изучай. Ладно. Будет тебе потом приз. Баран. Кто баран? Ты выражение выбирай. Игуана. Игуана? Сначала бараном назвал, сейчас игуаной? Зонтик. Зачем зонтик? Шоколад, шоколад, я обожаю шоколад, швейцарский шоколад, третий бал, швейцарский. Ну ладно, Бабаевич, вот тебе немного макарон, вот есть каравай. Как нам Машины именины? Пошли, есть каравай. Нам и именинница Бузова каравай испекла. Идем, пошли жрать. Ой, куда? О, куда они все? Баю, вот именно. Сколько можно летать вокруг? Все, пока. Пока всем. Баба-Яга против всяких правил пошла спать. Что? Ну и пусть идет, она такая страшная. Ой. Груша. Что, Чиполлино? Я только что увидел, что мое задание – азбука. О, это трудно, я только что начал учиться. Ну, ну. Ну, попробуй, Чиполлино. Хорошо. Шорты. Мне шорты? Да вы что? Я лучше голый ходить буду. Замок. Замок? Да, мое сердце неприступный замок. Иголка. Вест-Вирджиния, второй бал. Иголка. Не нужна нам иголка. Будильник. О, вот этого не надо. Выключите будильник. Я не люблю рано вставать. Так. Так, идем дальше. Кто у нас там? Радующий. Трубадури принцесса. Луч солнца золотого. Эй, парниша, перестань петь, дай мне пей песню. Окей. Что? Какой окей? Какой окей? Сейчас пощечину получишь. Ой, ой, извини, у меня ревнивая принцесса. И в другой раз поможем, помогу, когда ее не будет рядом. Ах, ты негодяй! Так, сыщик. Задача азбука. Да? Давай. Ини. Ой-ой-ой, туда не хочу, там холодно. Заяц. Заяц. Волк. Шишка. Шишки? Нет, я шоколад люблю. Бабочка. Там бабочки летают. Маша, лови сама своих бабочек, ясно? Иди вот в лес, лови бабочек. Много бабочек лови.
Так. Слушай песни, Гамбл. О, песни? Песни мне нравится слышать. Сколько у меня усиков? 2, 3, 4, 5. Песня номер 5. О, дождь где-то. Где же это дождь? Как можно быть, не понимаю, как можно быть веселым во время дождя, когда ты весь мокрый? Так. Ну а толка мне от этого, от этой песенки? Какие у меня цвета буквы? Зеленые. Какой фон у тебя? Зеленые. Зеленый. Кто пел? Крокодил Гена. Он? Зеленый. Так что ищем флаг, где есть зеленый цвет. Вест Вирджиния. О, Западная Вирджиния, 3-й балл. Нашли все-таки. Ну я же говорил, все зеленое, как в лесу, где букашек много. А, все, пошел я к букашкам. Нормально. Гамбл помешан на букашках. Так, я помню вашу парочку. В прошлый раз азбуку изучал... Бейсбой. Сейчас азбуку будет изучать... Киборг. Ну ладно. Игрушки. Игрушки. Мы не игрушки, мы мультяшки. Заяц. Опять заяц. Шары. Какие еще шары? Белка. Белка, шары. Вы о чем, ребята? Бестолочи. Ах ты так. Не будем помогать тебе. Так. Никто не может помочь Бузове? Иван Васильевич поможет. Я пройдусь по всей Европе. И найду тебе страну. Испания, Голландия, Франция, Шотландия, Великобритания и Россия. Выбирай страну. Есть Европа? Нет таких стран тут. Ну, тогда я не помощник. Ох, беда мне, горе мне, горе мне. Что мучиться? Надо спросить моих друганов, крутых пиратов, они все знают. Вест Вирджин, Западная Вирджиния, 4-й балл получает. Ну я же говорил, так. Что? Мне? Азбуку? Бабаевич! Че, опять надо? Давай азбуку изучай, потом еще что-нибудь дам тебе в подарок, в бонусе. Ладно, стараюсь как надо. Белоснежка. Ох, меня назвали Белоснежкой. Как это мило, Бутан, 1-й балл. Заяц. Опять заяц. А вы, волк, есть? И Иван Царевич. Иван Васильевич Царевич. Неправильная книга. Иван Васильевич Царевич. Правильно. Шерхан. Тигр. Ну не, тигр это не ко мне. Ну что? Нашли страну хоть одну? Нашли. Я сказал ей Белоснежка. А, ну тогда ладно. Тогда ты заработал. Ты ешь кашку. Пойдем кашу жрать. Пойдем. Почему мне не дали кашу? Только у Леонова и Бабаевича дали. Я же Иван Васильевич, я же царевич! Истребить всех ворон и сорок, чтоб не было, неповадно было им.
А я тем временем вокруг нас. Да, посмотрю, что тут находится вокруг нас. Рек. Реки. Водопады. Моря. Моря. Ну где же тут моря? Ну где же тут моря? Нет тут морей никаких. Опять нет? Все. Я обиделся. Больше на меня не рассчитывайте. Услыши песни, Баба-Яга. Ну, песенки в моем возрасте можно послушать. Сколько у меня там букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Песня номер... 7. Вот так, Бузова, поедешь ты в Бутан. На поезде в Бутан. Второй балл. А я на метле быстрее доберусь. Слушайте песни. Да, что загрустил Чиполлино? Я не знаю песни. Да? Ну давай попробуем. Сколько у нас тут кирпичиков? 3 кирпичка. 5 кирпичков. 6, 7, 8, 9 кирпичиков. 9. Песня номер? 9. О, чисто, давай для Бузовой построим самолет. Давай. Личный самолет для Ольги Бузовой. Ну и куда же я помчусь на этом самолете? Израиль, второй балл. Да, ребята. О, никакого от вас толка. Надеюсь, главный эксперт мне поможет. О, величайший Киану Ривз. Величайший Ал Пачино. Ребята, где же мой следующий концерт? Следующий концерт будет в... Израиле. Ну я хоть и не еврейка, но эта страна мне начинает нравиться. Ладно, уговорили, так? Ольга Бузова отправляется с концертом в Израиль. Может, тут наконец она найдет себе вторую половину какого-нибудь богатого еврея. Пожелаем ей удачи.